Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Микеланджело, Меризи, да Караваджо. Смерть Марии. 1605-1606 годы. Холст масла 369/245. В этой картине, написанной для алтаря Римской церкви Санта Мария делла Скала в Траставере, Караваджо, художник-реформатор, дает свое истолкование традиционного сюжета «Успение Богоматери». Традиционный уход из жизни Девы Марии не расценивается трагедией, поскольку дожившая до старости Богоматерь после смерти вознеслась на небеса и воссоединилась навеки с горячо любимым ею сыном. Караваджо же увидел в этом сюжете именно трагедию, погрузившую глубокую скорбь апостолов. Изображение усопшей девы слишком красноречиво говорит о пережитых страданиях и смертельных муках. Ее тело написано с той степенью реалистичности, которой не были готовы заказчики работы. К тому же моделью послужила близкая знакомая художница, девица легкого поведения. И это послужило причиной отказа заказчика от готовой картины. Но вот такое описание картины Микеланджело Меризи де Караваджо «Смерть Марии» я нашел в интернете. Все, всем пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.